Подписанием договора между Венспилсским и Кермским вузами Латвия открыла новую страницу в истории образования и науки. На этом историческом событии присутствовали министр науки и образования, ректор Венспилсской высшей школы, мэр Венспилса. Подписанный договор предусматривает создание новой учебной программы «Международное предпринимательство и экспортный менеджмент». Во-первых, хочу сделать комплимент Венспилсу. Я видел, чего удалось достичь этому городу за короткий промежуток времени. Создана высшая школа, формируется связь между школой и индустрией. Я поражен вашему уровню развития. Открываются новые предприятия, с которыми ВУЗ сотрудничает. Мы подписали договор, который важен для обеих школ. Он связан с менеджментом экспорта. И Латвия, и Австрия – небольшие страны. Мы зависим от экспорта, поэтому надо подготовить своих студентов, чтобы они стали хорошими менеджерами в сфере экспорта. Это расширяет потенциал Венспилсской высшей школы, ее конкурентную способность. Это новое качество в латвийском образовании. Диплом будет двух школ, и ведущий в данном случае – австрийский вуз. А Венспилс перейдет на более высокий уровень качества. Новая программа предусматривает реализацию совместной системы управления качеством, что обеспечит уровень образования, отвечающий стандартам Австрии. Продолжительность обучения – 2 года. Ректор Венспилсского вуза признается, что ощущение испытывает двоякое. С одной стороны, радостно, что подписали новый договор. С другой стороны, ожидание тяжелой работы и большая ответственность. Программу смогут осваивать все, у кого есть степень бакалавра. Она ориентирована на тех, кто хочет работать в международном глобальном бизнесе. Последние годы подобное сотрудничество между Венспилсскими высшими школами набирает большую популярность. Это обмен опытом, получение информации о мировых тенденциях в области образования и науки. Выигрыши будут студенты, у них будет диплом 2 вузов. Венспилсская высшая школа показывает прекрасный пример, как своими силами можно укрепить международное сотрудничество. Я надеюсь, что появятся последователи, и так мы укрепим сферу образования не только в Латвии, но и во всей Европе. Договор предусматривает сотрудничество в области научных исследований, например, при разработке инновационных проектов, подготовке научных работ, участии в научных конференциях. Программа International Business and Export Management признана лучшей в Австрии, является престижной и пользуется большим спросом по всей Европе. Татьяна Саксаганская, Гита Мартинсон, Андрей Кулыгин, Курзумское телевидение.